Рецепты с семьей Савченко. Горячие блюда, сладкие блюда, любимые блюда. Приглашаем вас готовить вместе с нами. Добрый день всем нашим друзьям-подписчикам. Сегодня в рубрике «Рецепты с семьей Савченко» мы будем делать баффало куриные ножки. Мы не будем использовать барбекю соус, мы будем все делать сами. И сегодня готовить мы будем в слоу-кукере, то есть это мультиварка, которая медленно сама готовит. Мы это приготовим, поставим, и через 6 часов это будет все готово. Итак, приступим. Итак, для приготовления этих баффало куриных ножек нам понадобятся куриные ножки. В моем случае здесь 12 или 13, минимум 10. В мультиварке мы будем готовить, slow cooker. Нам понадобится яблочный уксус, острый соус, любой вы можете взять, соль, перец, чеснок, 100 грамм масла и 4 столовые ложки меда. Берем мультиварку, или в нашем случае это slow cooker или crock pot, и складываем туда куриные ножки. Хорошо поливаем острым соусом и обильно посыпаем солью и перцем. И прямо на мясо режем вот так вот кусочками масла. И поливаем все медом. Теперь беремся за чеснок. Кто еще не знаком с этим методом, это очень удобный метод. Нажимаете на головку чеснока, и шкурка сама отпадает. Моем его и режем прямо на мясо. Добавляем 4 столовые ложки уксуса. Мультиварку я ставлю на улице, чтобы в доме не пахло мясом. А это уже как вы хотите. Я включаю на хай, или у кого-то есть другой функция, как вам удобно. И через 4 часа я все перемешиваю, но это не обязательно делать. После 6 часов берем фольгу и противень и аккуратно складываем куриные ножки прямо на противень. И ставим в духовку на функцию гриль или бройл на 5-10 минут. Дверь духовки должна быть чуть-чуть приоткрыта. Получается красивое, блестящее, а главное вкусное блюдо для семьи и друзей. Спасибо, что вы смотрели это видео. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до свидания!